Я постоянно сталкиваюсь с этим. Мне говорят, ну да, вот мы все для нее или для него сделаем, а потом он нам скажет, иди ты на три буквы. Слушайте, если вы научились сами из себя производить собственную ценность для другого человека, ну, это надо быть полным кретином и идиоткой для того, чтобы вас бросить. Понимаете? Вот, поэтому... Да, можно отдать вообще, отдавайте вообще, не стесняясь, но при этом научитесь себя делать круче, делать ценнее, делать красивее.